OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Крим буде або українським, або безлюдним. Как в своем доме жили, настолько все душевно. Мы в полной мере осознаем, что в преддверии наступления ВСУшников наши войска не помогут в полной мере защитить нас. Ведь линия фронта огромная. Внутриполитические процессы в России переходят в качественно новую фазу. Ее ключевым параметром будет тщательно скрываемая несамостоятельность и пораженчество Кремля. В результате самоубийственных атак понесли громадные потери. Это десятки тысяч. Именно десятки тысяч человек. Мобилизационный ресурс страны истощается. Да, наступил подлинный конец имитации суверенного путинизма. Наконец дают о себе знать убийственные последствия проигранной на стратегическом уровне войне против Украины. Путин получил по сморщенному рылу бумерангом, который сам же и запустил. Бумерангом все вернется назад. Игры в гибридную агрессию и десуверенизацию соседней страны теперь распространились вглубь российской территории. Здесь необходимо сделать оговорку, что сейчас никто в мире не может сказать, как трактовать конфигурацию суверенной территории РФ по ее же глупости. А это блокирует даже применение ядерного оружия. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Мы стали свидетелями не только внутреннего истощения гигантской по размерам страны, но и размытия ее контуров. Потому что мы великие. Потому что мы державой! Серая зона не просто влилась внутрь России, но расширяется с каждым днем из-за ответных военных акций украинской армии. Расколотая, оплеванная, покрытая позором российская армия в своем остаточном виде уже не способна на 100% обеспечить оборону РФ. По имеющимся оценкам, сейчас она перекрывает 40-50% военных рисков. Но из-за форсированной деградации и чисток со стороны ФСБ данный показатель может упасть до критических 30%. Население и элиты думали, что они имеют дело с сильным государством, а оказалось, что они имеют дело со слабым государством. И это для них оказалось шоком. Иными словами, наступательный потенциал на европейском театре истощен, а оборонительные способности не на высоте, если посмотреть на ситуацию вокруг Крыма. Наша элита и наши, к сожалению, вооруженные силы показали свою очень серьезную слабость. А слабых бьют и добивают. Данные моделирований, проводимых в ГРУ, указывают на неспособность в текущих условиях вести войну на два театра. Пространство от украинской границы до Москвы, то есть фронтальная зона, представляет собой силовой вакуум. Туда постепенно отводят часть войск с украинского фронта для организации обороны. Мы выходим на государственную границу, а там колючая проволока ржавая. Границы России нигде не заканчиваются. Отправка пригожинцев в Беларусь – часть плана по укреплению смоленского направления, ведущего к Москве. Ощущение, что у нас просто недостаточная концентрация сил. У меня такого впечатления нету. Поскольку... Там нет никого. Как показал опыт мятежа 24 июня, на марше современная армия даже средней страны способна дойти до российской столицы за 48 часов. Вы представляете, что произошло? Подобно Сталину, который в 1939 году уничтожил на старой границе оборонную линию, но не успел создать качественно новую линию Молотова перед германским нападением, Путин наступил на такие же грабли в Украине в 2022-2023 годах. Усмешка, кривая история. Не за горами развитие крайне интересного сюжета в российской серой зоне. Будет еще интереснее. Это я обещаю. Возвращаясь к опасениям ГРУ по части второго театра боевых действий, нужно сказать о двух опциях. Первая, довольно очевидная, это Кавказ. Турция готовится к очень большим операциям в районе, и попытки Путина дать пощечину Эрдогану с разрывом зерновой сделки обернется для него пожаром в одной из северокавказских республик. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. Вторая опция – Северный фронт.
момент. Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии означает начало большой игры в Арктике. Там РФ уже и противопоставить-то почти нечего. Обороны нет, армии нет. Ничего необходимо, нет. Честно. Экономики нет. Опустыненный в силовом плане север России превращается в легкую добычу. Ничего здесь с этим не поделаешь. Но вернемся к событиям на злобу дня. Уже ясно, что уничтожение армии Шойгу дамбы Каховской ГЭС, лишившее Крым воды, стало прелюдией к уходу с полуострова. Косвенно на это указывает усиливающееся военное давление ВСУ на полуостров с целью его изоляции. Про Крым, конечно, особо тревожно. Темпами, которыми они идут по Херсонщине, они могут до Нового года захватить Крым. Похоже, жест доброй воли по Крыму – лишь дело времени из-за нарастания масштабов других проблем в сфере безопасности. Точно так же, пускай не радуются те, кто ограбил украинцев и отнял у них имущество в Крыму. Помните, имущество вернется своим законным хозяевам. Когда вы, как крысы с тонущего корабля, побежите прочь. В обозначенную канву хорошо вписывается история с задержанием героя ДНР Гиркина. Специальная военная операция полностью провалилась. Авторитарный вождь оказался настолько немощным политически, что даже откровенный маргинал, такой как Гиркин, стал представлять для него сильнейшую опасность. У меня только одно объяснение, что он, скорее всего, окончательно на самоизоляции поплыл кукухой там, ну, или как говорят в народе, засвистела фляга у деда. Учитывая общее настроение народных масс, данный персонаж какой-либо погоды в российской политике не делал. Он паразитировал на теме спецобосрации и клал деньги из пожертвований сердобольных турбопатриотов в свой карман. Так в чем же дело? Ответ странный. Гиркин не только критик текущей линии ведения войны, но и символ российского захода на Донбасс. И как я уже говорил, открыто, совершенно честно и прямо, о том, что да, активная фаза боевых действий, начавшегося восстания населения, началась с момента, когда отряд добровольцев из Крыма зашел в Славянск. Его устранение из дискурса должно вывести донбасский кейс из повестки. Означает ли это исход вооруженных сил РФ и оттуда, скоро увидим. Как бы вы описали одним словом то, что происходит в России? Ну, темное время. Да, мне грустно, что такое происходит. Грусть? Да, да. Сейчас? Хаос. Страх подойдет такое слово? Первое — это страх, а второе — контроль. Грязь. Одним словом, балаган полный, ну совершенно. Хаос, не знаю. Коллапс. Я бы сказал, в текущий момент больше хаоса.